В республике продолжают формировать новое правительство. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указы о назначении 3 членов правительства. Руководить администрацией главы республики продолжит Юрий Васильев. Этот пост он занимает с декабря прошлого года. Раньше на протяжении 2 лет работал в должности начальника управления внутренней политики. Руководил Васильев и администрацией Янтиковского района. Михаил Игнатьев отметил, что профессиональные качества управленца помогут сформировать по-настоящему сильную команду. С учетом тех поставленных задач в соответствии с реорганизацией кабинета министров, я думаю, мы сейчас внесем некие коррективы и в структуру администрации, и с учетом тех возложенных задач сформируем администрацию и вам на утверждение предложим. В команде чувашского правительства теперь будет работать и директор завода имени Чапаева Михаил Резников. Глава республики предложил ему занять пост вице-премьера правительства. Именно он будет курировать экономический сектор и отвечать за развитие промышленности, энергетики и строительства в регионе. Предприятие, которым руководил Резников, добилось неплохих показателей, отметил Михаил Игнатьев. Наша задача — создать высокотехнологичные рабочие места для того, чтобы молодые люди могли трудоустраиваться, и от производительности труда увеличилась уровень заработной платы. Это важно, ибо мы регион не самодостаточный, нам нужно пополнять доходную часть бюджета и по расходным обязательствам уже обеспечивать все те обязательства, которые мы взяли перед ветеранами, перед отраслями социальной уже сферы. На самом деле за последние 5 лет завод, можно сказать, почти утроил свои объемы производства. Ну, на пару порядков, наверное, увеличилась прибыль предприятия, потому что вот даже по этому году мы прогнозировали получение прибыли порядка 260 миллионов рублей. Вице-премьером правительства назначили и Аллу Салаеву. На протяжении нескольких лет она работала заместителем главы Чебоксарской администрации и курировала социальные вопросы. На новом посту на нее возлагают те же задачи. Хочу предложить вам государственная должность правительства Чувашской Республики, должность заместителя председателя кабинета министров, который будет курировать прежде всего социальную сферу. Это образование, это здравоохранение, культура, спорт, информационные технологии и ряд других там подотраслей. Отдаю себе отчет, что необходимо следовать курсам, которые вы сегодня выстраиваете для развития республики, для народа Чувашской республики. И благодарю вас за доверие еще раз. И постараюсь соответствовать тем надеждам, которые вы возлагаете с точки зрения моего профессионализма. Вновь назначенных вице-премьеров Михаил Игнатьев просил выстраивать конструктивные отношения с федеральными министерствами для привлечения дополнительных инвестиций в регион. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика.